Всем привет, скульптор Альфа 6 и ролик последыш. Именно давайте рассмотрим, как сделать именно персонажа из красавицы и чудовища. Так, с чего будем начинать? Ну, опять же, давайте сделаем глаза. Так, выбираем Draw, кисточку чуть-чуть побольше и через Alt все это дело вот здесь вот как-то вот так наметим. Следом. Опять же, эта кисточка Draw идет, но уже накидываем нос без клея. Вот так, побольше чего-то тут накидываем. Следом давайте проведем полосу рта. Вот так. И вот такая заготовка уже будет у нас именно фигурировать. Так, здесь намечаем нижнюю вот эту губу. Так. Намечаем вот эту складку, ну, челюсть. Здесь отмечаем вот так вот. Словом, рисуем детали, которые должны быть на персонаже. Так, здесь давайте добавим, так, брови, ну, вот эти дуги. Ну, давайте побольше их опять же поднакидаем. Вот так вот как-то. Потом, если что, будем уменьшать. Это не проблема. Пока пусть побольше будет. Вот так. Итак, теперь нужно все это дело вытянуть, сделать более-менее, ну, похоже на анатомию человека, да? Выбираем именно граб. Кисточку побольше. И вот эту челюсть вот так вот ставим. Теперь кисточку уменьшаем. Выбираем опять же челюсть. Так, здесь уже, пардон, нужно накидать массу. Забыл. Так, побольше накидываем, не беда. И все это дело давайте вытягивать. Вот так вытягиваем, прижимаем и немножко как бы завернем пока. Потом будем доделывать. Это, ну, типа подбородок. Вот такая штука. Наметим верхнюю часть именно головы, вот эту вот так вот. Опять же поднакидаем ее побольше. Вот так как-то пока. Что-то ужасное получается. Опять же, не паникуем, это заготовка. Именно те детали, которые я запомнил, да? Следом давайте наметим нижнюю губу. Опять же, граф. И поменьше кисточку делаем. Вот так вот. И проводим ее побольше. Вот так вот. Вытягиваем нижнюю губу вперед чуть-чуть. И вот эту верхнюю. Нос немножко тоже вперед. Вот таким вот образом. Так, что еще здесь можно сделать? Ну, вот здесь флаты нам сразу можно вот так вот попроходить, где глаза вмять. Теперь намечаем, именно рисуем нос побольше. Вот здесь вот так вот. Ну и верхнюю вот эту часть немножко. Так, уже вот сбоку что-то более-менее нормальное. Так, теперь вырезаем вот эту часть. Вот таким вот образом. Нужно отбить вот этот уровень именно челюсти. Мы ее флаттеном проходим. И вот теперь у персонажа какая загвоздка будет, да? Давайте вот это все чуть-чуть вдавим. Вот так. Здесь немножко приподнимем. Вот таким вот образом. И нам нужно создать вот эту заднюю часть. Именно, как сказать, шею. Давайте ее вот так поднакидаем побольше. Так, вот это уже можно будет вытягивать. Вот так вот. Теперь грабом
кисточку побольше, немножко вот так вдаль уводим и вот так вытягиваем. Вот такая у него шея. Да, сначала это все опять же некрасиво, но давайте без паники. Все будет в конце опять же классно. Так, докидываем теперь челюсть, вот этот размер, так, и докидываем скулу, нормально. Следом, что можно сделать, вот эту часть немножко подмять, и чтобы уже понятно было, у персонажа присутствуют рога. Давайте наметим рога, это Ctrl, вот здесь где-то рисуем. Вот так. Делаем Ctrl-I. Докидываем именно драйвом вот эту массу. И попробуем наметить рога. Так, боком как-то вот так ставим. И тянем вот сюда. Вот таким вот образом. Ну, в принципе, пока пойдет. Потом будем уже их дорабатывать. Но они должны быть. Так. Снимаем маску. Рога можно чуть-чуть, наверное, побольше подставить. Здесь где-то приподнять. Ну вот уже что-то. Так. Теперь, что бы я сделал, да, это докинул вот сюда вот массы. Прям побольше. Так, это вот здесь. Вот так вот. Сделал бы кант. Вот таким вот образом. И к нижнему канту немножко добавил бы вот этой массы, опять же. Вот таким макаром. Все это немного шлифанул бы. Так, Shift, левая кнопка мыши. И вот так все это дело флатеном выровнял бы. Так, все нормально, но шея все-таки маловато. Так, вот эту часть еще можно дальше отвести и шею чуть-чуть еще больше поднадуть. Ну вот персонаж уже вроде как начал более-менее вырисовываться. Тут, конечно, сейчас нужна будет корректировка и разметка именно деталей, как они идут. Здесь отбиваем вот эту вот челюсть. Так, челюсть идет, по-моему, вот до глаза. Вот так вот. Теперь от глаза идет складка. Вот такая вот. Потом идет. Так, вот это первая складка пока. Так, от рога, по-моему, вот это еще одна складка. И вот здесь где-то шея. Тут, по-моему, тоже будет так надуто. И вот эту часть немножко вот так вот припадать кверху. Вот уже что-то. Вот эта складка нижняя, вот эта челюсть. Здесь уже клеем можно порисовать. Она идет вот под голову вот сюда. Эта складка вот так. Эту тоже поднакидать. Здесь ровную отбить вот такую полосу. Она потом будет дорабатываться. Так. И вот эту часть, по-моему, нужно немножко вдавить. Вот эту часть тоже немножко убираем. Вот так. А эту чуть-чуть надуваем. Так, персонаж вроде чуть-чуть преобразился, но не совсем. Теперь нужно дорезать детали, вот эти, доработать именно вот эту вот часть скула, где у нее идет, тут шифтом можно выровнять, вот эту часть, и глаза наметить, и губу вот эту нижнюю. Так, это вот чуть-чуть уводим вдаль, эту часть немножко поджимаем. Вот так. Здесь вот так.
Так, эту часть. Вот эту часть немножко, наверное, тоже стянем. Потому что здесь черепок идет. Ну, а теперь давайте его мал-мал преображать. Начинаем резать. Здесь вот челюсть мы ее оформляем вот в таком духе. Следом нам понадобится нос. Вот так. И здесь наметим вот эти вот глаза. Так, это вот так. Здесь наметим вот эти дуги. Так, здесь намечаем тоже детали. И проводим их вот здесь вот маленькой кисточкой. Вот. Так, без клея. Вот так. Во. Следом намечаем вот эти вот полосы здесь. Под глазами. Так, здесь вот так. И вот эти вот дуги. Немножко вот так. И побольше вперед. Во. Поменьше кисточку. Еще поменьше. И вот так вот надуваем их прям. Большие делаем. Теперь флаты нам проходим где-то, наверное, вот так. Здесь проходим флаты нам, ну, вот таким вот образом. И чтобы все более-менее начинало вырисовываться, так, это вот так. Нужно дооформить вот этот вот подбородок, потому что если он будет не оформленный до конца, ну, форма у него будет неправильная, то будет не очень тут интересно. Так, вот эту часть, по-моему, нужно еще побольше увести вглубь. Вот так. Эту часть немножко сделать округлой. Так, рога приподнять, само собой. Чайник вот этот еще немножко больше. Так, где-то вот в таком духе. Это вот так растянем. И вот эти части немножко вытянем вперед. Ну, где-то так. Нос еще можно чуть-чуть подать вперед. И сделать его, наверное, как-то пошире, что ли. Вот так, надуть его тоже чуть-чуть. Во. Так, вот эту губу сделать более-менее округлой. Вот эту. Ну, так, чтобы он не улыбался, конечно. Так, ну вот, что-то такое. Так, грабом немножко это дело подаем. Здесь немножко вот так вот вытягиваем. И вот эту бороду. Так. Вот так как-то побольше. И здесь вот делаем. Вот так надуваем. Здесь уменьшаем. Вот эти части. И вот здесь нужно добавить уши. Так, уши, уши. Уши, опять же, Ctrl. Где-то вот тут мы их рисуем. Низковато, конечно. У нас сейчас рогами заняться. И потом, наверное, уши все-таки добавим. Так, рога чуть-чуть повыше. Вот так. И давайте придадим ему внешний вид. Так, вот эту часть округляем. Так, вот эту часть тоже немножко округляем. Вот так вот. Ну и немножко, наверное, их как-то поднадуть. Так, это как бы вот так. Здесь как бы вот так. А эту уводим вот сюда в бок. Кстати, лучше рога, наверное, делать будет ZBrush. Там для этого есть много именно возможностей.
Так, ну а здесь уже пошли клейм докидывать где-то форму придавать. И вот как еще можно, да? Смотрите, клеем накидываем вот сюда, вот так вот, на эти части массу, потом сюда. Вот так. Ну и тут тоже как-то покрасивее, чтобы дело это было. Теперь нужно взять flatten, уменьшить кисточку, повернуть вот таким вот образом. Так, здесь можно на первое уже побольше поставить. Вот так. И вот так сделать как бы угол. Вот так. Теперь делаем угол вот здесь. Вот таким вот образом. Так, побольше, наверное, складочку. Вот так, во. И теперь немножко угол делаем, склон в эту сторону. Вот, как объяснить, как бы вот сюда, к этой складке минимум. А здесь как бы выпуклость. Вот так как-то это все дело должно происходить. Так, эта часть тоже выравниваем. И попробуем, наверное, здесь как-то через Alt, наверное, пока прибрать вот эту часть. Так как-то через Shift выгладить. Здесь клеем немножко чайник поднабросать. Побольше в эту сторону, наверное, вот так, к ушам. Через Shift немножко все это дело опять же выгладить. Теперь флатеном вот так выравниваем. Здесь тоже выравниваем. Вот эту часть в эту сторону выравниваем. Да, где-то так. И теперь что-то так вот здесь вот побольше детализацию. И оформляем челюсть. Здесь побольше делаем именно на бороду. Так. И попробуем больше как-то прорезать, наверное, вот так. Чтобы он чуть-чуть как бы уплотнился. Так, добавляем теперь, наверное, вот эту губу. Здесь немножко тоже вот так как-то ее преображаем. Здесь даем побольше складку. Так, нос немножко тоже преображаем. Вот так вот. Эту складку чуть-чуть поближе к глазу. Вот так. И тут еще одна складка. Она еще больше должна быть. Так, давайте ее без клея теперь нарисуем.
Так, и немножко ее флатеном. Вот как-то вот так. А эту вот так прорежем. Так, эту теперь поменьше. Так, эту вот так. Так, здесь вот так вот тоже вдавить. И, наверное, здесь, где голова, чуть-чуть тоже как-то его уменьшить, то ли побольше сделать или уменьшить. Так, немножко еще порезать. И здесь тоже вот так вот. Так, наверное, еще чайник вот этот побольше. Вот так вот. И здесь тоже его побольше. Здесь чуть-чуть потоньше. Так, вот эту часть тоже можно, наверное, чуть-чуть убрать. Вот так вот. Так, здесь на шее тоже, по-моему, вот такие складки. Но не факт. Так, вот так. Так, ну а теперь все надо вот так вот чуть-чуть выгладить. Эту челюсть немножко вниз. Так, это вот так. Во. Ну, что-то в таком духе. Теперь нужно поставить. Здесь у него типа плащ. И клеем вот так все это дело тут подровнять. Для чего? Чтобы потом прибавить вот такой вот круг. Нажимаем на одном месте. Жмем, 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 жмем. Теперь можно флатеном чуть-чуть это дело попрямять. И опять жмем, жмем. И добавляем еще раз глубину. Вот толщину вот эту вот. Так. Так, резко теперь немножко нос преображаем. Так, как-то. Вот так, да. Ну, а здесь уже ноздри. И мало-мало оформляем нос. Так, здесь добавляем именно шишку. Вот так как-то.
Давайте глаза добавим, чтобы хоть понимать, что тут происходит. Так. Так, тут шрифтом убираем, сглаживаем. И вот эту часть тоже, где глаза. Ну, а теперь клеем, попробуем чуть-чуть подкорректироваться и побольше тут вот так вот поднакидать. Так, ну и верхнюю такую веку добавим. Так, здесь теперь флатеном. Ну и чуть-чуть вот эти приподнимем. Здесь выгладим. Вот так его потоньше. Вот так вот. Так, ну а здесь вот так надрезы. Эту часть чуть-чуть вперед, эту чуть-чуть назад. Ну, вот эту часть можно немножко тоже как бы приплюснуть. Дорисовать вот эту вот часть. Так, ну а теперь клеим, погнали.
все больше и больше рисовать. Так, вот эту часть еще поближе сюда. Вот так, а эту чуть-чуть пошире. Вот так вот. Во. Так, вот эту часть одну поменьше делаем. Так, а те дальние пусть побольше будет. Это уже как шея гребень. Так, вот так я здесь через Alt уменьшим еще больше здесь. Горло чуть-чуть прибавим. Вот эту часть. А эту часть уже фуллатером. Вот так как бы. Вот так. И клеем дадим такую вот как бы форму. Во. Ну а теперь флатом делаем типа вот этот кантик одежды и попробуем клеем теперь, ну, вот эти вот складки поделать. Так, теперь поменьше немножко я. Так, снизу поднакидаем массы и немножко вот это все вниз еще подадим. Вот. Так как-то. Так. Теперь флатеном чуть-чуть вот так вот пройдемся. Здесь вот так. Здесь немножко вот так. Ну и попробуем еще немножко вот эти вот края как бы больше надуть. И вот эту часть немножко как бы подтянуть вот сюда вот как раз. Ну и порезать. Тут уже можно побольше резку поставить.
Так, ну теперь нужно же уши добавить, правильно? Здесь теперь опять же Ctrl, кисточку побольше, и вот здесь, по-моему, где-то, так, вот эта часть должна, наверное, как-то вот сюда подходить, вот. И вот отсюда должно где-то ухо выходить по-хорошему. Вот отсюда где-то. Так, Ctrl-I. Шифтом выглаживаем, чтобы складки этой не было. И накидываем массу. Так, опять же. Ну, опять же, шифтом, шифтом. Так, и попробуем теперь грабом. Граб поменьше. Как-то так, да? Шифтом чуть-чуть уменьшим, маску снимем. И как бы теперь уши эти по-нормальному сделать? Так. Попробуем клеем поднакидать сначала. Придать им форму. Теперь без клея Alt, там левая кнопка мыши. Попробуем здесь вот как бы выбрать. Не знаю, тут точно выбирать или в другом месте. Но в принципе, ну и здесь вот что-то этакое. Так, вот здесь тоже надо Alt отделить. Как-то вот, ну я не знаю, вот так что ли, ухо от рога. И попробуем порезать. Вот так вот. Так, шифтом выглаживаем. И подрезочку здесь вот под низ. Так, теперь вот это ухо, наверное, чуть-чуть потянуть сюда. Вот как-то так вот. Во. Ну, а здесь чуть-чуть его приподнять, как бы уменьшить. Вот, задавить вот так вот. Во. И чуть-чуть вниз вот так. Во. Так, а вот здесь с рогами уже получается казус. Нужно все это дело дорисовать. Так, это уже клеем лучше. Так, здесь немножко можно альтом. И немножко флатеном. Так, ну и этот тоже на флатеном побольше, наискось пройдем вот так раз.
Так, ну вот здесь вот так как-то. Так, здесь теперь подрезочку как-то вот так. И как-то вот так. Здесь вот поменьше. Здесь вот таким вот образом. И вот эту часть тоже немножко вот так. Ага. А это вот так вот. Здесь губа. Здесь надрез. Так, чуть-чуть поменьше. Нос еще, нос. О. И вот здесь нос тоже нужно вот так как бы. Так, вот эту теперь часть тоже под косину сделать. И немножко шрифтом. О. Так, ну вот эти части тоже с ними нужно немножко. Я не делал этого персонажа ни разу. Тяжеловатый, конечно. Здесь вот нюансы есть. Так. Вот здесь вот надо вот эту точно флатаном пройти. Поменьше кисточку, а детализацию-то посильнее. Так вот, наискось это все дело проходим. Здесь тоже так уже побольше кисточку можно. Так вот как-то. Ну, а здесь что-нибудь этакое, давайте вдавим, что ли. Так вот так и через Alt. Так, теперь немножко это все дело вот так преобразить и вот так вот кант бок выбрать. Так, здесь еще с рогами вопрос. Как-то вот сюда его надо, наверное, а эту часть как-то подвывернуть в эту сторону. И вот эти рога, вот сюда их надо, вперед, вот. И шифтом выгладить. Так, ну а здесь их надо клеем дооформить, с головой связать. Вот так как-то я думаю. Так, смотрим, что получается. Ну, в принципе, неплохо. Так, где-то пройти опять же флатеном. Так, давайте вот с этой стороны. Так, чуть-чуть кисточку поменьше. И вот так вот. Вот так и сделаем. А вот здесь кант вот так пройдем. Вот так вот. Там кант. Так, это тут любовь тут с шишкой с этой. Ну а тут можно глаз вот так надрезать.
Так, что у нас тут? А тут у нас борода, челюсть и шея. Вот так вот. Здесь кадык. Здесь мышца. Так, ну а здесь уже вот такая штукенция. Так. Во, челюсть чуть побольше и скулы чуть-чуть, вот здесь вот так скулы и вот эту часть надуть, чтобы она из-за скулы как бы выходила. Так, здесь уже клеем поможет. Ну и резко от глаза. Во. Что-то в таком духе. Словом, меняем материал. Кстати, очень мало здесь подходящего материала. Вот именно нужно делать свой. Потом, если вам интересно, расскажу, как свой сделать прикольный материал. Так, это вот так. Ну, самый здесь более-менее нормальный, это вот, ну, вот этот. Но его на этом фоне не видно. И в основном, ну, что-то в таком духе. Все, всем пока, до свидания. Вот такой персонаж получился.